У нас наши складские работники выполняют стандартные процедуры на складе, то есть выполняют приемку товара, отгрузку товара, отбор, выполняют инвентаризацию, да, то есть очень удобный интерфейс у радиотерминалов Моторола, тоже достаточно легко они программируются, ориентируются, да, именно под определенное программное обеспечение. Вот, очень удобно работать и там со стилусами, то есть особенно, если учитывая нашу специфику работы, у нас склады достаточно холодные, минус 18, минус 15, и радиотерминалы Моторола там работают достаточно хорошо, да, то есть стилусом там у нас пользуются, то есть при минусовых температурах техника работает. А дело в том, что до этого большого склада, на котором мы сейчас с вами находимся, да, у нас был склад в другом месте, гораздо меньше по размерам, и там уже была складская система. Вот, но достаточно несовершенная, то есть она была написана конкретно под нашу компанию, но не имела возможности доработки. Соответственно, с ростом наших потребностей, да, с увеличением роста продаж, у нас выросли, соответственно, запросы по товару, то есть его необходимо было отслеживать, мониторить и так далее. И программа, которая у нас стояла до этого, да, старая ВМС-система, она уже стала не справляться. Выросла достаточно номенклатура, обороты выросли, и программа уже начала даже сбои давать, и пришлось нам уже задумываться о том, чтобы перейти на более совершенную ВМС-систему. Нам очень понравилось предложение от компании Axelot, и когда у нас уже пошел процесс внедрения, то есть мы стали уже работать, да, на внедрение, даже процесс внедрения шел достаточно легко и быстро, потому что интерфейсы схожи у программ, и логика уже программы была понятна. Вот, и действительно плюсов было гораздо больше по сравнению с предыдущей системой. Очень гибкая система, вот, множество вариантов отчетов можно вывести, которые нам необходимы. Отследить товар, опять же, по срокам годности, просто идеально отработаны у них функции. То есть при переходе со старой ВМС на ВМС от Axelot у нас сократилось практически в 2 раза время на обработку заказов, да, то есть на 50%. Сейчас объясню почему. Потому что в старой системе мы дублировали заказы, мы их били в корпоративной системе, да, в 1С8, и приходилось также их обрабатывать в старой системе, то есть не было процесса обмена вообще. Потом второе преимущество при внедрении системы – нам даже пришлось перенастраивать именно работу своей компании. То есть мы выстраивали заново бизнес-процесс, причем не без помощи компании Axelot, они нам помогали уже, основываясь на своем опыте. Вот, мы перестраивали бизнес-процессы, мы сами самоорганизовывались, да, то есть как-то стали повышать уже качество обслуживания, чтобы было меньше отказов в работе с клиентами, да, что доставку стали оптимизировать. То есть, сократив время на обработку заказов, мы его высвободили как раз-таки для именно оптимизации остальных процессов, да, то есть мы силы могли перераспределить. Мы планируем, да, глобальное объединение именно по складской системе, да, объединение в сеть. То есть, чтобы у нас склады все были завязаны, чтобы мы могли в любой момент времени посмотреть, да, что у нас происходит на складе, например, в Новосибирске, в Ангарске, достаточно удаленные от Москвы склады, да, вот, посмотреть их работу, чтобы они сами могли спокойно видеть, да, там, попросить какой-то, может быть, определенный срок годности, там, да, у нас с Москвы, чтобы пришел. Вот. Так что вполне. Нас она очень устраивает.